Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Слава Богу, что я не буду жить в 2018-м». Значит, на просторах интернета попалась мне вот такая интересная статья. Признание физика-ядерщика перед смертью. Внеземной центр принятия решений планирует депопуляцию в 2018 году. Так, поехали. Георгиос Гиалвас родился в 1923 году и изучал механику в университете Падуи в Италии, а затем продолжил учебу в Бостоне, специализируясь по ядерной физике. Вернувшись домой в Грецию, Георгиос Гиалвас начал работу на Министерство обороны, находясь под плотным контролем офицеров НАТО. На счету ученого десятки только запатентованных изобретений, однако основная масса его идей получала развитие уже в США, в то время как самого ученого от его же проектов изолировали. Здесь вот есть вот интересное видео, но оно походу на греческом. Будучи патриотом Греции и понимая ситуацию, Георгиос Гиалвас пытался играть с ЦРУ в технологические игры, не выдавая им главных ключей к своим новым разработкам и пытаясь наладить производство своих устройств в Греции. В частности, у него была идея создания некого чудо-оружия, способного горы превратить в щебень. За огромное количество невероятных открытий на родине Георгиоса Гиалваса называли гречески Тесла, подразумевая под этим не только его гениальность, но и своеобразный характер. Работая над самыми секретными проектами Пентагона и ЦРУ, в том числе проектами летательных аппаратов в зоне 51, Георгиос Гиалвас был, скорее всего, лично знаком со многими очень информированными и очень высокопоставленными людьми. По понятным причинам ученый никогда ни о чем секретном не говорил публично. Однако, незадолго до своей смерти, в 2003 году, он начал рассказывать некоторые вещи своей жене. И теперь особо важную, по ее мнению, информацию эта женщина передала греческим журналистам. По ее словам, в сентябре 2001 года, когда Георгиос Гиалвас сказал следующее: «Слава Богу, что я скоро умру и не буду жить в 2018 году». Насколько супруга Георгиоса Гиалваса смогла понять объяснение мужа, существует некий внеземной центр принятия решений, согласно плану которого на планете будет внедрена новая эра. В 2018 год будет в этом плане решающим, поскольку на этот год запланирована общепланетарная депопуляция. О всей планете Георгиос Гиалвас жене полностью не рассказывал, концентрируясь только на Греции, поскольку этот внеземной центр принятия решений хочет видеть Грецию без ее нынешних жителей. В лучшем случае этих людей ждет массовое переселение и эвакуация. Слова Георгиоса Гиалваса стали для многих греков шокирующим откровением. И теперь греческие журналисты задаются вопросом, что ждет мир и страну в течение 2018 года. Значит, можете, ребята, вот тут вот посмотреть оригинал, кому будет интересно. Кто соображает на греческом. Думаю, через... Вот тут есть у меня вот в браузере есть. Можно почитать на русском. Сейчас попробуем мы с вами, получится ли что-нибудь у нас или нет. Так. Переведено с греческого.
Да, вот ребята это переводит. Так что, кому интересно, смотрите в оригинале и вон статью. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания.